Я был предусмотрен по регистру, но потому что всем хотелось уехать. Где собакуют Новосоимского района проходит, это конец улицы Чуйкова до сих пор сохранил. Это все-таки не спорт чисто, где интересно перескипать на байдарке, на сапсерке. Это все-таки желание, чтобы река тебя несла, а ты балдел. И мы над ними будем работать и вернемся к вам с теми предложениями. Говорить про экологию, контексте природного наследия. Идентичности. С этой точки зрения, вот все, что для, мы проговариваем для туристов, это важно и для... Вот я несколько раз проходил, да, и говорил, те ребята, которые жарят шашлыки, ребята, убирайте, пожалуйста, за собой мусор, потому что мы замучились убирать за вами мусор. И прохожу через день, через два, да, там, где убирают, люди входят, сейчас намного это, как бы, лучше. Внимание туда привлечь как можно больше к этой проблеме. Нам приговорило идти на фестиваль в Казанке. Вот, я очень рада, что так много людей пришло. На самом деле мы очень переживали, что будет не такой большой интерес, будет мало участников. И я очень рада, что люди пришли и очень активно реагируют, потому что это показывает их интерес к реке, то, что река для них не безразлична. Теми предложениями, которые у нас есть в экологии. Если позволите, я продолжу. Выявленный мной. Кем? Министерством культуры. Балтусовой содействовали этому. Какие объекты? Включить предложение по сохранению и передаче научных знаний в систему образования. Да, это супер идея.